Побег из концлагеря, репрессии, тайны и, конечно, подвиг советского летчика. В большой прокат вышел фильм Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев». Картину, снятую при поддержке канала «Россия-1», уже оценили первые зрители. На премьере побывал Павел Игнатьев. Лето 44-го. Советские войска идут в наступление. Летчик истребителя Михаил Девятаев терпит крушение на оккупированной территории. Боец Красной Армии решает не сдаваться, но вот обойма уже пуста. Последняя пуля досталась врагу. Сдающихся в плен врагу считать злостными дезертирами. Расстрел на месте, позорное к нему предателя. Плен. Советского аса пытаются завербовать и перетянуть на сторону Третьего Рейха. Неудачный побег. После фактически смертный приговор. Ссылка в концлагерь. Сохраняйте порядок. Пилот мужественно переносит все беды и лишения, терпит и не сдается. Он еще послужит во благо Родины. Пронзительная история не вымышлена. В основу ленты лег подвиг героя Советского Союза Михаила Девятаева. Наш фильм – это именно история, когда мы вместе со зрителем можем пройти этот путь и вместе со зрителем подняться в небо и полететь домой вместе с 10 своими товарищами. Тимур Бекмамбетов снова выступает в роли новатора. Впервые в истории российского кинематографа используются технологии видеоигр. Сцены воздушных боев снимаются в виртуальной реальности. Мы снимаем этот бой не в физическом мире, потому что мы снимаем его в игре благодаря компании Gaijin, которая нам предоставила съемочную площадку в своей игре. Дубль 2, камера. Это было неплохо. Все хорошо, летать ты умеешь. Не самые лучшие времена, но эта ситуация нас сплотила и сделала наше сотрудничество более продуктивным. Полетели, да? Фильм о героическом подвиге советского летчика вышел в канун Дня Победы. За удивительной историей следит вся страна. В первый день проката картину оценили и в Ульяновске. Этот фильм о дружбе и предательстве, о силе духа человека. Интересный сюжет, прекрасная игра актеров. Мне фильм очень понравился. Такие фильмы, они даже прививают любовь к истории. То есть интересно даже зайти и после этого фильма почитать про вот этот случай. Как сложится судьба героя? Он не сдается, доказывает силу духа не сломить. Выбирая между жизнью и смертью, Девятаев бросает вызов судьбе и снова поднимается в небо. Миссия, казалось бы, невыполнима. Совершить самый дерзкий побег в военной истории. Павел Игнатьев, Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск.